каждый имеет право протестовать. Ни под каким предлогом власти не могут ограничивать цели, во имя которых люди объединяются или устраивают демонстрации. Ограничение – удар по свободному обществу. Поздравляю вас с международным праздником трудящихся 1 мая! Наиболее общих словах, политические права – это права участвовать в принятии решений, это избирательное право, право голосовать и быть избранным, право ассоциироваться, демонстрировать и тому подобное. И, естественно, как и все другие права человека, политические права тесно связаны с человеческим достоинством, хотя эта связь носит несколько иной характер, чем в случае личных свобод. Личные свободы можно сравнить со щитом, который меня защищает от вмешательств извне, от государства, тогда как политические права предоставляют мне возможность участвовать в принятии решений. И теперь уже все понятно. И я становлюсь другим, и общество меняется, если каждый член общества имеет право участвовать в принятии решений, имеющих прямое отношение к каждому из нас и ко всему обществу. С демонстрациями, в современном понимании этого слова, мы впервые сталкиваемся в период, предшествующий революциям 18 века, когда народ вышел на улицы и стал воздействовать на политиков. И случилось невероятное. Я недавно прочел мемуары кардинала Реца, французского кардинала, который вершил политику на протяжении нескольких десятилетий. И политика в то время сводилась к коварным убийствам, покушениям, отравлению противников, заговорам и иногда тому, что народ кто-то выводил на улицы. А в период, предшествующий буржуазным революциям, и во время этих революций, народ как бы автономизировался и сам вышел на улицу, стал выдвигать собственные требования. А уже с периода индустриализации мы имеем дело с настоящими демонстрациями. Тоталитарным системам свойственна некоторая театральность. Большие демонстрации, большие собрания устраивали и нацисты, и итальянские фашисты. Можно задать вопрос, для чего все это? Зачем системе такая мобилизация? Мне кажется, что система мобилизируется по целому ряду соображений. Первое – демонстрация по какому-то поводу. Но более глубокий мотив вынудит людей к тому или иному коллективному поведению, которым заинтересованы власти. Участие в демонстрации становится тут не только внешним проявлением поддержки, но и подтверждением того, что человек подчиняется системе. И в дождь, и в слякоть, и в жару, и независимо от самочувствия, люди идут на демонстрацию, на которую их заставили пойти.
Тоталитарной власти постоянно приходилось доказывать, что она пользуется поддержкой общества. Поэтому устраивались выборы без возможности выбора, надо было проголосовать. И поэтому, особенно в период кризиса, власти устраивали демонстрации. Помните, в 68-м, в 70-м, в 76-м, после каждого кризиса в Польше власти устраивали демонстрации. И вновь мы говорим здесь, в Познане, повторяя сказанное коммунистами Силезии. Кто покушается на Польшу, тот покушается на социализм. Весьма характерным элементом международной политики при коммунизме была борьба за мир. Но в борьбе за мир могли участвовать только те, кого на это благословили коммунистические власти. Все остальные, все те, кто с тем же лозунгом выходил на улицу, считались врагами системы, а их демонстрации разгонялись. В тоталитарном государстве власти решают, кто имеет право устраивать демонстрации. В демократическом государстве каждый человек имеет право выйти на демонстрацию, заявить таким образом свое мнение, даже если оно расходится с мнением властей. Говоря об узаконенной свободе собраний, мы имеем в виду собрания, которые мы организуем, руководствуясь определенными целями. Собрания, на которых мы мирно выражаем наши взгляды. И, естественно, принимая во внимание права и свободы других людей, приходится считаться с определенными ограничениями свободы собраний. Суть основного ограничения в том, что нельзя устраивать собрание с целью нарушения закона. Допускается только одно ограничение свободы собраний. Участники собраний не могут применять насилие, чинить беззаконие и проявлять вандализм. А вот властям не дозволено регламентировать цели проводимой демонстрации. Европейский суд вынес очень важное решение, согласно которому демонстрация может возмущать противников тех целей, во имя которых она проводится. И это вполне понятно. В противном случае какой смысл устраивать демонстрацию? Как и все другие свободы человека, свобода демонстрации подлежит некоторым ограничениям. Но все ограничения должны быть определены законом, а их применение в демократической стране может быть обусловлено лишь только соображениями безопасности и общественного порядка. Пример. Я хочу демонстрировать, а кто-то другой заинтересован в том, чтобы по этим улицам можно было ездить. И вот вам конфликт. Что сделать властям? Какие ограничения они могут ввести? Есть разные системы. Европейская конвенция допускает как такое внутреннее законодательство, при котором устроители должны получить от властей разрешение на проведение демонстрации. Допускается и такой порядок, как, например, в Польше, где достаточно сообщить властям о том, где состоится демонстрация.
Что делать, если демонстрация вызывает общественное возмущение? Могут ли устроители обратиться с просьбой предоставить демонстрантам полицейское сопровождение, которое их защитит от взбешенной толпы? Да, могут. Несмотря на то, что речь идет об одной из свобод, можно требовать некоторых элементов, свойственным правам, то есть требовать соответствующего поведения со стороны государства. Мы постоянно, и это может показаться странным, проводим разграничение свободы собрания от свободы ассоциаций. Ведь, по сути дела, это разные аспекты одной и той же основной свободы выражения взглядов и убеждений. Своих поглядов до экспрессии себе самого. Может быть, стоит уточнить, что свобода собраний означает собрание в данном месте и в определенное время. Мы собираемся вместе, чтобы куда-то пойти или протестовать стоя. Собираемся, чтобы что-то выразить. Тогда как ассоциация — это нечто более постоянное, хотя и не вечное. Какая-то организация людей, которым на каждый день вовсе не обязательно встречаться друг с другом. При тоталитарной коммунистической системе существовали разные формально независимые общественные организации, формально независимые, некая мозаика механизмов контроля и мобилизации общественности. С формальной точки зрения, принадлежность к этим организациям не была обязательной. В действительности же оказывался огромный нажим. Именно поэтому в организациях состояло столько людей. Именно поэтому 90% трудящихся состояло в Польше в профсоюзах. Половина молодежи в Союзе социалистической молодежи, а несколько миллионов в обществе польско-советской дружбы, хотя с полной уверенностью можно сказать, что большинство из них ненавидело СССР. Коммунистическая система с присущим ей стремлением контролировать все и вся не могла допустить свободы ассоциаций. С одной стороны, необходимо ведь было контролировать все, чем занимаются граждане. А значит, и за филателистами нужен был присмотр, чтобы они не использовали свой союз как форум, на котором ведутся неблагонадежные разговоры. С другой, проявлялось презрительное отношение ко всем непроизводственным видам деятельности. В демократическом обществе нет надобности регистрировать, документировать, заявлять о различных видах общественной деятельности.
Группа людей, которая хочет что-то делать, не обязана об этом кому-либо сообщать. Разве что эти люди собираются воспользоваться теми или иными правовыми последствиями того, что они, например, зарегистрировали свою ассоциацию. Если мы намерены учредить такую ассоциацию, то надо ее зарегистрировать. Но никто не может с нас требовать, чтобы мы документировали образование инициативной группы или то, что прошел разговор на ту или иную тему. В таких случаях государство может запретить деятельность ассоциации. Только тогда, когда ассоциация или союз занимается преступной деятельностью. Причем имеется в виду не преступная деятельность отдельных членов организации, а деятельность организации в целом. Плюрализм гражданского общества – столь важная ценность, что ассоциацию может распустить только суд. Демократию можно сравнить с рынком. На рынке, как известно, все будет хорошо, и покупатель будет доволен, если есть несколько конкурирующих друг с другом изготовителей. Точно так же обстоит дело с демократией. Если есть только одна партия, то демократия неизбежно начнет вырождаться, ведь получится нечто вроде абсолютного правления. Нужна оппозиция, нужны разные партии, которые будут присматривать за тем, что делает правящая партия. Естественно, должен действовать основной принцип демократии. Правит большинство, но у меньшинства есть все шансы стать большинством. Власть принадлежит большинству, но интерес большинства часто идет вразрез с интересом меньшинства. И поэтому для того, чтобы жить достойно и хорошо, нам нужно много сильных, хороших, неправительственных организаций.